Женская баскетбольная команда Чувашского государственного университета стала чемпионом элитного дивизиона студенческой лиги РЖД. Спортсменки рассказали о том, что привело их к победе. Молодые, активные и очень талантливые. ЧГУ «Атланта» – гордость вуза. Девушки успешно совмещают учебу и спорт. В копилке команды множество наград, достижений и титулов. Команда сформирована из представителей различных баскетбольных школ и регионов, городов страны. Переезд сам по себе для человека, пусть и молодого, это определенный стресс, определенный риск. Тем не менее, девушки на это идут, понимая, как мы полагаем, перспективу своего спортивного роста. Игра за первое место прошла в конце февраля. Юные баскетболистки из Чебоксара обыграли команду из Екатеринбурга со счетом 62-73. Лучшим защитником турнира стала Вероника Михалева. Она занимается уже 12 лет и перед каждым матчем обязательно съедает шоколадку. Мы очень хотели этого первого места, готовились к нему, понимали то, что у нас будут какие-то трудности, в том числе то, что у нас 7 человек всего в составе, и это будет очень сложно. Учитывая то, что все команды приезжали по 10-12 человек, мы собрали все свои силы, отдали, можно сказать, то, что умерли на паркете и победили. У девушек был напряженный график, турнир длился больше месяца. Однако чемпионки справились с трудностями и уже готовы к новым свершениям. 5 марта мы играем в 1/4 впервые плей-офф чемпионата России среди профессиональных команд. Соответственно, у нас план всегда один – это победа в каждом матче. Сегодня девушки сыграли в дружеском матче со сборной Новочебоксарска «Спутник». Возможность показать свое мастерство на родной площадке университета стала позитивным зарядом для баскетболисток. Ольга Семенова, Николай Скворцов, «Республика».